Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 337. Запишите текст в форме диалога, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. Назовите выделенные буквы и укажите, какие звуки они обозначают. Какие еще звуки они могут обозначать? Придумайте к тексту заголовок, который передавал бы смысл шутки. Назовем данный текст «Волшебная ручка». Учительница отдает Петрову домашнее сочинение и говорит: «Петров, мне показалось, что это почерк твоей сестры». «Возможно, Марина Алексеевна, я писал работу ее ручкой». Слово «отдает». Пишем «т», слышим «д». Вот «дает». Петрову. Пишем «е», слышим «э». Петров. Пишем «е», слышим «э». Что? Пишем «че», слышим «ше». Выполним морфологический разбор слова «писал». Писал. Что делал? Это глагол. Неопределенная форма «писать». Писал. Писал раньше. Это прошедшее время. Кто писал? Он писал. Мужской род. Он писал. Третье лицо. Он один. Единственное число. В данном предложении является сказуемым. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.